Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу навести порядок на подоконнике, а именно убрать некоторые растения в другую комнату, здесь оставить только парочку, а также протереть пыль из подоконника и цветочных горшков. Все кактусы я решила собрать в плетеный поднос. Они все такие разные со своей необычной формой и цветовой палитрой, и, конечно же, неприхотливостью. За этот год у меня увеличилось количество комнатных цветов, и это только маленькая их часть. На подоконнике мы можем видеть почву, которая выпадает из горшков во время полива, а также пыль, так как большую часть времени я оставляю окно открытым. Очень давно у меня здесь стоял большой горшок с китайским фикусом, и на подоконнике образовался круг, который я так и не смогла отмыть. После уборки подоконника я решила заняться цветами, протереть пыль, если нужно, и для этого я использую воду и ватный диск. Фикус нуждается в частом опрыскивании, необходимо периодически протирать листья от пыли и устраивать теплый душ. Фикусу подойдет освещенное место, но нужно избегать прямых солнечных лучей. Синдапсус является моим недавним приобретением. Это декоративно-лиственное растение, которое любит полутень либо тень. Эту пальму я приобрела в магазине IKEA. Это растение является лидером по неприхотливости, так как он не особо требователен к освещению и довольно-таки простой в уходе.
декоративное растение является неприхотливым и прекрасно растет как на солнце, так и в тени. Традисканция – это многолетнее растение. Если это растение регулярно прищипывать, то оно становится пышным и ветвистым. Монстеру я приобрела в магазине IKEA. Насколько я знаю, есть разные виды монстеры, но какой именно вид у меня, я не знаю. Аспарагус как густое зеленое воздушное облачко, благодаря его побегам. Он совершенно не требователен в уходе и неприхотливый. Большую часть растений я разместила в другие комнаты, и таким образом на этом подоконнике образовалась оптимальная дистанция. Я расставила горшки таким образом, чтобы одни не притеняли других. В такой расстановке цветов мне будет удобно ухаживать за ними, поливать и осматривать. И на этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!